Как думаете, можно ли забить за первые 5 секунд матча? Поверьте, можно, даже быстрее. Например, в эти выходные Петр Радков из Зальцбурга как раз отличился на 5-й секунде матча. Спасибо голкиперу. Но это не рекорд мира. На сегодня самый быстрый гол на счету шотландца Гевина Стоукса из Мэрихилла. На все у него ушли 2,1 секунды. Но это молодежный любительский уровень. Наверное, поэтому, по версии книги рекордов Гиннесса, главный скорострел планеты живет в Уругвае. Это Рикардо Оливейра. Однажды он забил за 2,8 секунды. Но, видимо, в книге не знают о Михаиле Осинове. Свисток, удар. Легенда Ростова отличилась за 2.56 начала игры. На этом фоне как-то меркнет рекорд Лиги Чемпионов. Самый быстрый гол турнира до сих пор на счету Роя Маккая. Он забил Реалу за 10,12.